В тайном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась книжно-иллюстративная выставка «Музыкальный гений России», посвященная Сергею Рахманинову. Сергей Рахманинов – выдающееся явление русской мировой музыки. Он проявил себя не только как композитор, но и как непревзойденный пианист и дирижер. Начав свою музыкальную карьеру на рубеже веков, он, тем не менее, был чужд авангардным веянием и писал в традициях русской классической музыки. Уже ранее его фортепианные работы стали популярными и навсегда любимыми пианистов всех поколений. На выставке партитура первого концерта для фортепиано с оркестром. Консерваторская опера «Алекал», удостоившаяся похвалы самого Петра Чайковского и ранние романсы. Композитор отдал должное духовной музыке. Она обогатилась двумя крупными сочинениями. Это литургия святого Иоанна Златоуста и всеночное бдение. Уехав в эмиграцию, в 1917 году Рахманинов почти перестал писать музыку. Он успешно выступал как пианист и дирижер, но тоска по России не отпускала его. И мрачный, сурово-трагический характер носит цикл «Три русские песни для хора и оркестра». Таковы его последние произведения. Вариации на тему Карелии и рапсодии на тему Паганини, также трагедийные симфонические танцы. Музыка Рахманинова привлекает оригинальным мелодическим стилем, искренностью, виртуозностью и собственной неповторимой интонацией. И в наше время его произведения в репертуаре концертирующих пианистов всего мира, известных симфонических оркестров и оперных театров. Музыка Рахманинова сохранилась в грамзаписи. На выставке можно увидеть пластинки исполнения концертов Рахманинова Плетневым, Гавриловым, Келлером. Уникальный экспонат выставки – записи исполнения самим Рахманиновым своих фортепианных концертов. Также в экспозиции книги о жизни творчества Рахманинова, воспоминания о нем и его письма.